попробую погонять Wildlands. Посмотрим, что из этого выйдет. До этого гонял бетку на PlayStation 4. Ну, понравилось. Было интересно. На прошлой неделе у вас...
До этого, кстати, уже пытался создать персонажа раза три, и все время игра у меня зависала. Как раз после того, как переключаешь пол, появлялся вот этот загрузчик бесконечный, и все. Сейчас каким-то чудом мне удалось создать персонажа. Убитого агента. Знала? Он был мой друг. Сожалею о твоей утрате. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Небось, бывала здесь? Да, я прожила тут 5 лет. В качестве сотрудника международной помощи. Жизнь нелегкая, но как прикрытие идеально. Две загрузки. Ну здорово. Стоп, тут оружейный ящик. Подойдет к моим ботинкам.
останется этой страной, если сам Бланко уйдет? Как что? Боливийцы вернутся к власти. Но страна полностью изменилась. Когда-то боливийский кокаин в Мексику доставляла ФАРК. Она ушла, и вместо заняли другие ребята. Санта-Бланка уйдет, и кто придет ей на смену? То есть Санта-Бланка вложила чертову уйму сил, чтобы создать в этой стране инфраструктуру для кокаина. Видишь, сколько вложено в этой границе только в производство пиролюзина? Здание, оборудование, даже логистические схемы — все это останется дожидаться нового картеля. Лучше заткнись. Ты нагоняешь тоску и безысходность. Понеслась. Вот еще такой. Сидит моряк в баре. Знаю, знаю. Да плевать. Так вот, сидит моряк в баре и говорит соседу: хочешь, расскажу анекдот про морпехов? Сосед говорит: прежде чем ты расскажешь анекдот, я тебе вот что скажу. Мой рост 1,80 м, вес 90 кг, и я морпех. Рядом со мной сидит тоже морпех. Его рост 1,80 м. И вес 100 кило. Внимание, вижу помощника. Он еще должен нам кое-что рассказать. Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы, а они тоже нам чем-нибудь помогут.
Я поведу. Боуман, здесь Намат. Мы в Акора. Какая задача? Акора – главный центр производства кокаина в Боливии. Эту сеть создал дед, и она старше Санта-Бланки лет на 10. Когда дед присоединился к картелю и стал главным по производству, он передал контроль над провинцией своему внуку, эмиссару. Большую часть времени он проводит не здесь. Трется с политиками в Сукре, смазывая колесики коррупционного механизма. Это не его дело вообще-то, но он мнит себя неотразимым и воображает, что его дед станет им гордиться. Дед смотрит на это сквозь пальцы, пока дела в Акоре идут нормально. Собственная сеть настолько отлажена, что сама собой руководит. А с остальным управляется помощник эмиссара. Проникаете, собираете инфу по производственным точкам и начинаете ставить их на уши. Эмиссару придется вернуться в Акоре и налаживать дело, пока дедушка не узнал. Тогда мы схватим его, а через него достанем и деда. Есть что-то от Боумен. Похоже, какая-то инфа по эмиссару. Спасибо. Сотрудничай, и все будет хорошо. Спасибо. Пожалуйста, ради бога, только не убивайте! У меня семья! Код доступа на фабрику кокаина. Говори. У меня два мальчика, два малыша. Зовут их Густаво и Филиппе. У меня есть фото. Показать? Никакие фоточки мне не нужны. Давай код доступа, и мы разошлись. Перкей, Сесо, как же так? Вы что, детей не любите? Боже, ты хочешь снова увидеть Густаво и Филиппа? Тогда назови код. Ладно, вот, 654-375. Именно этот, богом клянусь. Боуман, код у нас. Я отправляю вам вирус. Заразите им компьютеры фабрики. Он проникнет в программу химпереработки Боки и испортит ее. А если его попытаются удалить, он заблокирует оборудование. Санта-Бланка потеряет большой объем продукции, а фабрика надолго выйдет из ситуации.
Черт, утром будет больно. Диджей Попугай с предупреждением от радио Санта-Блан. Когда едете в машине, пристегивайте этот чертов ремень. Да в чем дело, люди? В груди вам что? Закрывает наколку в честь вашей мамочки? Мало вам всей этой шняги, которая нас убивает каждый день? Мятежники, наркопироги, буары. Еще надо и ездить непристегнутым. В этих горах и любого джунгли, что и дело происходит аварии. Бога ради, да в этой стране проходит та самая дорога смерти. А учитывая, что часто вы, ослы, садитесь за руль бухими, накуренными и упоротыми, даже вам должно быть ясно, насколько велика вероятность, что вы нахрен разобьетесь. Так что, прошу, пристегните сраный ремень. Ha llegado el día, hermanos. Elijan su salvación. Hay una salida para los sufrimientos de esta tierra. Porque solo la Santa Muerte puede llevarlos a una vida mejor. Solo ella. Y lo saben. Amén. Нидия Флорес, королева красоты. Лидеры вроде меня всю жизнь зовут Влад. Нахрен. Впервые Влад назвала меня мамой. Затем подхватили одноклассники. Когда я стала постарше, они назвали меня Лорен. Заслужите. Да и честно говоря, мама.
он в воздухе. Летит птичка единства. Берегись. Тут один боевик. Покажи. У контейнера. Вижу цель номер два. Вижу оружейную установку. Кто включил сирену? Они знают, что мы здесь. Осторожно. Да спрячься уже! Враг ликвидирован. Заметили. Ага, этого еще не хватало. Они идут прямо на нас.
Пошлялись. Где вы нашли Дана? Цель ликвидирована. Осколочная, получайте, кулерос. Еще один. Вон там. Вот цель 3. Этот готов. 3 цели есть. Вижу систему ПВО. У нас здесь турель. Нет его. Их становится больше. Осколочная. Окей, мы на месте. Сначала дробим пультовую. Есть.
еще одна цель. Есть. Смотрите, оружейный ящик. Тут постоянно летают их вертолеты. Теперь мы можем угнать один из них и передать повстанцам. Круто, это мне пригодится. Управление накрылось. На выстоп, стоп. Тут чертов снайпер взял нас на мушку. Это будет обычная хибарка картеля, а это... Это куда круче. А мне наплевать. Чем больше куча навоза, тем жарче горит. Усекли мы подход. Дверь открыта. Подрыв пультовой повредил дверные запоры. Обшарьте здание. Взорвите все запасы кокаина, какие найдете. Есть. А вот и склад. Взрываем. Бандиты прибывают. Враги идут. Прямо в цель. Дверь открыта. Вперед. Вижу склад кокаина. Сука, блин. Диск, от уничтожен. Движемся дальше.
Да, дохренища порошка мы на дно пустили. Кто-то в штаны наложит. Теперь у эмиссара яйца прищемлены крепко. Придется ему объявиться, чтобы разобраться с ситуацией, и он наш. Отлично. Зачищаем и уходим. Ребята, убираем оружие, а то всех распугаем. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Противник, будьте начеку. Все живы? Черт, обожаю эту работу. Я полечу. Этот допрыгался.
сообщают по станции. Чтобы дальше сами ходили за продуктами. Пишут, что картели набирают химиков прямо в колледжах, оплачивают им учебу. Ни хрена себе. Ты умеешь читать? И слова понимаешь, если в них больше трех букв? Заткнись. Куча народу учебу оплатили военные. Блин, да мне универ тоже оплатила армия. В общем, картели готовят персонал. Ты поняла, что на цель? Ничего особенного в этом нет. Лейтенант, убегай. Повстанцам. Берем. Вот черт. Ладно, где-то летает еще один вертолет, так ведь? Похоже, им не по себе. Здесь новые цели. Награда картеля. Возьму на память. Не стыдно прицепить на парадную форму? Вертушка на подходе. Ты не в форме, прячься!
Надеюсь, бак полный. Дело сделано. Пусть повстанцы потом пришлют кого-нибудь за грузом. Еще одну цель. Цель 5. На этом фланге чисто. Там цель номер 10. Нет его. Похоже, мы их рассердили. Мы их спугнули. Ликвидирован. Полный бардак. Отпишу! Толстый путь пишу! Уйгура, сюда нужно ставить баранду! Нас засекли. Будьте начеку. Этот допрыгался. Осколочная. Одним врагом меньше. Все хорошо. Никто не обосрался?
я за штурвал. В коке. Но вы в курсе, в горах пригодится. Кокса захотелось. Кока, не кокаин, просто листья. Это потом уже делают кокаиновую пасту, прогоняют через серную кислоту, а потом кипятят, пока один кокаин не останется, потом еще чем-то там очищают. Я не про всю эту кухню, я просто о коке. ВОЗ утверждает, что листья коки полезны. Ага, но я расскажу все президенту, когда тебя накроют на анализе мочи. Он оценит. Его больше нет. Прямо в цель. Идут. Что будем делать, босс? Они успокаиваются. Решили, что мы ушли.
потом доливаешь аммиак. Вот так. Когда бензин улетучится, получится такой вот замечательный цвет. Кое-что есть. Картель использует в качестве лаборатории переделанное рыбацкое судно поблизости от Кампаана. Так что не надо. Уж от такой-то припарки эмиссар как миленький вылезет на свет божий. Питание ноль. Здесь мы точно сможем нарыть сведения. Есть координаты радиостанции, отключенные картелем. Давай-ка вернем ее в эфир. Бывшее рыболовное судно близ Пуэрто-Гранде используется как кокаиновая лаборатория. Найдите ее и уничтожьте. Вижу снайпера. Снайпер на вышке.
снайпер! Газ пошел. Теперь нужна искра. И бежим, сломя голову? Точно. Во все лопатки. Готово. Мотаем отсюда, пока корабль не взорвался. Живей, сейчас все на воздух взлетит. День хорош для такой операции. Эмиссар должен действовать быстро, иначе дедушка с него шкуру сдерет без наркоза. Будем поджаривать его, пока не выскочит. Тогда и возьмем. Цель уничтожена. Мы должны доставить эти вакцины Катаре как можно скорее. Залезаем в аванпост, находим грузовики и... Понятно. Нет его.
Ясно, я поведу. Приляг, отдохни. Осколочная. Получим. Тари, это Номад. Заказанная вами посылка у нас. Сейчас вот везем. Браво, амиго. Только езжайте осторожно. Эти ампулы с вакциной стеклянные. Одно неосторожное движение и... Понял. Все сделаем нежно. Конец связи. Повстанцев валим. Катария, это Номад. Посылка доставлена. Спасибо, приятель. Я вам должен. Эти вакцины спасут много жизней. Soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. Началось. Единство стреляет по картелю.
земле. И несколько человек, которые не прочь топтаться в керосине по 6 часов в день. Серьезно? Вот один из способов. Накрываешь яму пластмассовой крышкой, смешиваешь листья коки с растворителем, а затем топчешься сверху, как винодел с бордо. Самые продвинутые варщики применяют более сложные реактивы и обрабатывают листья несколько дней. Это дает более высокий выход пасты по сравнению с обычным методом. Вот где нужны парни вроде Мисса. Он выжимает из листьев коки больше, чем все остальные. Давай я так тебе объясню. Миссар выгоняет 10 тонн этой чертовой пасты в неделю. И не важно, сколько он берет листа, паста получает больше всех. Это не просто варщик, это чертов шеф-повар. Больше нет. Наблюдая небольшую группу... Тревожили осиное гнездо. Давай говори, козел! По координатам это здесь. Похоже, именно тут производят кокаиновую пасту. Ну что, взорвем? Однозначно. Чем больше мы нагадим эмиссару, тем скорее он себя обнаружит. Чтобы повидаться с тобой, на тебе как горохом об стену. Честно, и на волосы свои посмотри. Это что, все ради войны? Германия еще не в курсе. Проект «Обнимем Боливию» закрыт. Это было прикрытие ЦРУ. А я была марионеткой американской... Картель наградил какого-то козла. Здесь указано место, где лежит медаль. При таком-то бабле картель мог бы делать медали покрасивее. Есть данные по сетевой станции картеля. Отключаем ее.
Генератор. Отрубим им свет. Вертушка единства. Тихо. Вижу вторую цель. Тревога. Затем три. Еще один. Это пятый. Этот убит. Вижу небольшую группу целей. Наблюдаю небольшую группу целей. Теперь их 10. Вижу небольшую группу целей. Хана генератору. Стой, так тебя заметят. Снайпер, на вышке. Бога душу мать. Цель уничтожена. Этот готов. Вижу третью цель. Это третий. Ясно, я полечу. Thank you.
Комиссар сильно психует из-за того ущерба, который вы ему нанесли. Опасается реакции дедушки, когда тот узнает, сколько производственных мощностей они потеряли. Звучит недурно. Да как сказать? Эмиссар приказал захватить госпиталь в Охару и превратить его в кокаиновую лабораторию. Сукин сын. Нельзя этого допустить. Госпиталь очень важен для тамошних жителей и для моих людей в том числе. Я отправил туда небольшое подразделение, но этого мало. Одним им долго не продержаться. Ясно. Передай своим, что мы выезжаем. Фабрика разрушена. Лучше бы эмиссару достать голову из жопы, а то скоро ему будет нечем руководить. Так и задумано. Нет его. Мы в порядке. Все целы? Вижу оружейный ящик. Как раз то, что нужно.
Я за штурвалом. Не могу, как такая образованная, повидавшая мир женщина, как гринга, докатилась до того, чтобы гнать наркотики для этих скотов. Да просто. Тяжелые времена, а тут вдруг такой шанс, сам идет в руки. Бывает похуже, я думаю. Нет, это совсем не просто. Плевать мне, что у нее там случилось. Она сама сделала свой выбор. Ребята, вы очень вовремя. Разведка доложила, к нам идут люди эмиссара. А здесь как дела? Мы вывезли столько больных, сколько смогли. Плюс несколько грузовиков с лекарствами и вакцинами. Так, по крайней мере, если мы потеряем госпиталь, у нас хоть что-то останется. Кстати, моя дочка родилась в этом госпитале. А теперь караху. Цели уничтожены, все чисто. Это Боуман. Вы конкретно наследили Вакора.
только весть о ваших подвигах достигла мечтателя, и он жаждет крови. Дед старается выгородить внука, но оказывается между молотом и наковальней. Мечтатель требует объяснения от эмиссара, а дед пытается придумать, как бы сохранить ему жизнь. Что делать нам? Дед с эмиссаром целый день на телефоне, и нам удалось установить его местонахождение. Это наш шанс. Эмиссар висит на ниточке. Припрем к стене, он и расколется. Дайте координаты, мы этим займемся. Ничего не значит. Есть идеи получше? Да. Пусть этот козел сам выкручивается. А зачем мы тогда полезли в Акор? Эмиссар просто пешка. Буман решила добраться до деда. Если эмиссар исчезнет, мечтателю придется свалить на кого-то вину за то, что здесь произошло. Он пойдет против деда, а это даст нам шанс его схватить. Черт, если Буман кто-то нужен, то с ней шутки плохи. Это точно. Вижу помощника. Он еще должен нам кое-что рассказать. Силенсио! Ай, блядь! А, сука! А, блядь! Пожалуйста, ради бога! Только не убивайте! У меня семья! Код доступа на фабрику кокаина. Говори. У меня два мальчика. Два малыша. Зовут их Густаво и Филь... Эй, оставь его в покое. Этот придурок больше не опасен. Акора в дерьме, и мечтатель заказал эмиссара. Теперь даже дед ему не поможет. Так что хватайте эмиссара и посмотрим, готов ли он заключить сделку. Сажусь на мотоцикл. Короче, летят двое морпехов в Хьюстон. Морпехи и самолеты. Неплохо. Как только они расположились, подходит армейский капрал и усаживается рядом с ними. Ну, капрал садится, снимает ботинки и устраивается поудобнее. А морпехи смотрят на него и думают, а почему бы не приколоться?
Как только самолет взлетел, морпех, что у окна, поворачивается к капралу. «Эй, браток», — говорит, — «не принесешь мне выпить?» «Не вопрос», — говорит капрал, и идет к стюардессе за бухлом. Только он отошел, морпех берет его ботинок и плюет в него. Это отвратительно. Капрал возвращается с выпивкой для морпеха. Только он устроился поудобней, как второй морпех говорит с улыбочкой. «Слушай, на вид здорово, а мне стаканчик не прихватишь?» «И знаете что?» Капрал только улыбнулся. «Легко», — говорит он, — и срывается с места. Как только он уходит, морпех хватает второй его ботинок и от души туда харкает. Морпехи сидят, подтягивают бухло. Через несколько часов самолет садится, и капрал натягивает ботинки. Тут же он понимает, что случилось. Он поворачивается к ним, а они на него улыбятся. Когда же все закончится? Это ненависть, это вражда. Левки в ботинки и Санёв в стаканы. Спасибо.
идут сюда. Что нам теперь делать? Теперь все чисто. Как думаешь, эпицентр нервный? Никогда не доводилось его видеть, но думаю, да. По-твоему, он сбежит? Ему бежать некуда, у него тут семья. Да и где ты спрячешься от картеля? Значит, он нервный, такие всегда рвут когти. Или совершает ошибки. Может, картель его завалит, может, он сам облажается. Но в любом случае, дни эмиссара сочтены. Найти его нужно вчера. Повстанцам это понравится. Здесь целая аптека лекарств. Вижу машину с медикаментами прямо в середине колонны. Берем ее. Этим мы разобрались. Только шевельнись, и ты покойник, понятно? Вообще сами пошкапнули! Вот ты уже сунул! Сын.
Осколочная. Получайте, Кулярос. Враг готов. Имею время. Быстрее. Мы в порядке. Все целы? Отлично. Я поведу машину. Здесь может быть информация. Ставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Это что, награда? Больше похоже на игрушку из коробки сухих завтраков. Я на мотоцикле. Тебя увидят, стой. Этот готов. Вижу вторую цель. Похоже, не по себе. Черт, у картеля подкрепление. В
входим в зону проведения операции. Приготовьтесь. Боуман очень нужен эмиссар, так что поосторожней с оружием. Он нам нужен живым. Есть. Его больше нет. Кинул нас безвозвратно. Убил себя, лишь бы только не отвечать перед дедом. Слабак. А ведь это мы его довели. Ой, давай без соплей, он сделал свой выбор. Осмотрим тело. Может, что-то найдем? Самоубийца оставил записку. Боман, это Намат. Мы нашли эмиссара. Он мертв. Что такое? Самоубийство. Оставил мечтателю записку с признанием вины за все, что случилось в Акое. Он просто не мог смириться, что подставил. Остается не таким другим дерьмом. Он просто поломал нам все расчеты. И часто так бывает? Я делаю все, чтобы выполнить задание. Как и вы. Самоубийца оставил записку. Спасибо тебе. Новаторство и опыт, технология и традиция, юность и старость, Гринго и дед. Я надеялся, что они дополнят друг друга, но они были слишком разными и не смогли поладить. Я так производил кокаин многие годы. Вот в том-то и дело. Наш товар был так хорош, что мы уже не успевали удовлетворять спрос. Мне без разницы, наука, традиция или вуду. Делай больше. Или я найду того, кто сможет. Цель убита. Верховный руководитель повстанцев Амору захвачен картелем. Вытрясите из офицера Санта-Бланки его местонахождение. Найдите и освободите.
Вижу цель. Вперед. Придурок, ты отвечаешь на вопросы, или я всажу тебе пулю и брошу подыхать. Тебе все ясно? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? В деревне культа. Прекрасное имя у этого городка. Пленника защищ... Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Этот допрыгался. Порядок. Чисто. Ребята, как вы? Давай из машины, живо. Не усложняй ситуацию.
одна цель. Есть третий. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Так, Пак Катари заключил сделку с проклятыми Янки. Молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор. Вы этот слышали? В Пентагоне, короче, решили сократить число генералов. Давно пора. В общем, кому-то в штабе пришла идея предложить 10 штук баксов выходного пособия за... Ты ранен? Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито. Это сводка по Юрии Полито. Системе безопасности... Бланки, им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом. В ту ночь, когда погиб агент Рики Сандоваль, в комнате было 4 человека. Мечтатель, глава картеля Санта-Бланка, Рики. И еще двое. Юрий и Полито. Юрий и Полито встретились в больнице, в Чьяпасе. Полито был в интернатуре, а Юрий была медсестрой. Любовь с первого взгляда. Они больше не разлучались. Идеальная любовь. Детство мечтателя. Чума, младший брат кирпича, злобный говнюк.
крайне активен в соцсетях. Шеф головореза в картеле. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один — Юрий Ипполита. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Как оно? Есть что рассказать о картеле? Намат на линии пока. Грасиас. Удачи. Намат на линии пока, Тари. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Хола, компадре. У меня проблема в Итаква. А Боуман говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия Ипполита подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катари. Просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Теперь мы Паку Катари подчиняемся? Катари нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить взамен. Скуки. Симпатично.
Раз не промахивайся. Есть еще одна цель. Есть третья цель. Я вижу двух бандитов. Где ты его видишь? Рядом с той мерзкой свалкой. Уничтожены. Вижу одного наркодилера. Рядом с вертолетом. Их пятеро. И третья цель. Хью, боец картеля. Вон там, у свалки. Нет его. Ликвидировано. Что-то долго.
¡Sáquenos! ¡Oiga usted! ¡Venga! ¡Sáquenos! Больше нет. Отлично. Зачищаем и уходим. Мы нашли гараж, где стоит спортивный автомобиль Полита. Захватим его, получим его GPS. Может, он расскажет нам, где Полита с подружкой? Мы засекли машину Полита. Угоните ее. Нашим технарям пригодятся данные с ее навигатора. Здесь оружейный ящик. О, хорошая вещь. Этот допрыгался. Теперь все чисто. Получил подкрепление. Есть третья цель. Вижу третью цель.
Вижу оружейную установку. Цель номер три. Вижу одного наркодилера. Я не вижу. Убит. Ю, боец картеля. Вон там, у груды покрышек. Еще одна цель.
Растревожили осиное гнездо. Повстанцы перестреливаются с Санта-Бланка. Мы в этом участвуем? Шикарная тачка. А в бардачке гондон с кровью. Сюда бы еще пару кровавых гондонов. Значит, это точно тачка Юрия Ипполита. Давайте займемся делом. Шикарная тачка. А в бардачке гондон. Погоди-ка. Thank you.
Кто хочет задать жару картелю? Угоним их вертолет и передадим повстанцам. Одним выстрелом двух зайцев. Же результатов, что и мужчины, но вы женщины. И на вас. Поехали. En punto. Hace sol ahorita y va a ser mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por dos o tres días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si viajan las montañas y hasta el fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Как оно, народ? За микрофоном диджей Попугай, передающий особое сообщение от руководства картеля. Хотя никто не запрещает вам подогреваться своим продуктом. Чисто. Ребята, как вы? Похоже, мы их рассердили. Охренеть!
следующий раз не промахивайся. Мы их спугнули. Повстанцы устроили шикарная тачка. А в бардачке гондон с кровью. Сюда бы еще пару кровавых гондонов. Значит, это точно тачка Юрия Ипполита. Да и с обычными гондонами это классная тачка для перепиха. Мне не понять этот выпендрёж. Покупаешь дорогущий мер, ставишь хромированные диски, а потом ездишь на нем по тем же грязным городишкам, что и раньше. Я бы от такой тачки не отказался, а ты? Клевая тачка, классный костюм, но улицы те же. Так в чем смысл? В кондиционере. За Боумана центром. Они просмотрят GPS-машины и поищут места, где могут прятаться Юрий Ипполита. И вопрос, который всех так серьезно волнует. Будут ли на них туалеты? Серьезно? Нет. Вот так! Истинно прямиком Иисус нашей красотки. Ну а теперь музычка, от которой никто на месте не усидит. Что скажу. Мне жаль агента Сандовали, но этот парень вконец охренел. В смысле, у него были такие большие яйца, что мешали при ходьбе. 6 лет под прикрытием? Ни хрена себе. А ты подумай, за какие заслуги он стал правой рукой мечтателя? Он же не просто водил его за нос. Сандоваль шел по трупам, чтобы гарантировать поставки кокаина по всей цепочке. Творить такое с людьми, которых ты должен защищать, я этого не понимаю. Как он вообще жил с этим? Вот дерьмо. Но он уже мертв, так что вопрос снят. ¿Y ustedes? ¿Con quién están?
передам повстанцам координаты. Пусть все это заберут. Вижу цель номер два. Еще один. Вон там. Замечен капитан. Йоу, два бойца картеля. У развалин. Все круто, все круто. Тут даны координаты очень ценного оружейного ящика. Готов. Порядок. Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Капитан Единства, который отправляет Юрия Ипполита пленников для допроса. Он должен знать, где наши голубки. Но сейчас он на арт-базе Единства. Класс. Ребята, как вы? Как она в целом? Оценил твою инфу по конкурирующему картелю. Здорово мне пригодилось на метне.
команду киллера по поручению шефа. Я бы рад был сказать, что я впервые получил удовольствие, пытая пленного, но это была бы неправда. Я не погибаю от чувства вины, однако мне такое не в кайф. Чувство такое, что человек одинаково способен быть как хорошим, так и плохим. Движение Катари на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять, сможем рассчитывать на его поддержку в будущем. Юрий и Полита. У них репутация конченых психов. Да, они, наверное, такие и есть. Но ведь в большинстве их методов нет ничего такого особенного. А прочую, совсем уж извращенную хрень, Полита говорит, он почерпнул из французского романа под названием «История глаза». Пойми, я их не защищаю нисколько. Просто они не слишком изобретательны. Им далеко до Эдгара Аллана По, и коль скоро они способны на такую взаимную любовь, но они не чистое зло. Они просто признают вслух в приятной компании, что им доставляет удовольствие причинять людям боль. Черт, почти. То есть они извращенцы и психи, но не зло. Что, разве не так? Я за рулем. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Диджей Попугай на хозяйстве. Я скормлю вам столько музона, что вы обосретесь. Здесь войска. Запускаю дрона.
лейтенант убегает. Враг готов, они на чеку. Грузовик уезжает. Фургон захвачен. Люди Катари скоро должны забрать его.
конец. Прицели у Апача. Сейчас выстрелит. Сюда идут. Апач целится в нас. В укрытие. Чертов Апач тебя завалит! Пригнись! Попугаю, дайте мне модный совет.
Рон. Пак, это Намат. Конвой захвачен. Грация, амиго. Моим людям пригодятся эти припасы. Мои люди ищут Юрия и Полита. Но ты пока можешь сделать еще кое-что. Я подготовил обращение к народу Боливии. Это призыв к оружию. Передача пойдет из Итакуа. Санта-Бланка тут же отправит бойцов, чтобы прервать передачу. В этом все дело. Мне нужны надежные люди, чтобы охранять радиоантенну, пока идет передача. Ладно, Катари, сделаем. Знаете этого болтливого диджея попугая с радио Санта-Бланка? В центре выяснили, что его основная радиостанция расположена в Пукаре, так что и попугай должен быть неподалеку. Что нам нужно? Нам нужно все ваше неотразимое обаяние, чтобы убедить его передать обращение Пака Катари. Поиски ведутся, но мы даже не знаем, как он выглядит. Разыщите его. Используйте его. Я сообщу, если нам удастся точнее определить координаты. Спокойно, идем. Пинче каброн! Давай говори, козел. Está. Entrego las armas. Я не стукач, но про это я тебе расскажу.
секунд. Есть координат отключенной радиостанции повстанцев. Нужно ее включить. Паку Катари наглости не занимать. У него этого не отнимешь. Дай руку по локоть. Están por ahí en nuestro alcance. Necesitamos un grupo que vaya tras esos bueyes.
Оружейную установку. Интересно, картель много таких раздает? Замечена цель. Осторожно с гражданскими.
Бетту? Поехали. Здесь плохие парни. У нас тут... Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Этот готов. Надежда поможет людям воевать. Но для победы одних эмоций мало. Не бойся, Пак. Все только начинается. Конец связи. Есть еще одна цель. Без проблем, я полечу. Еще один, вот там. Черт, у нас гости. Мы их раздразнили. Его больше нет. Сука, мать твою! Враг уничтожен.
укроте.